В Лахденповском районе Карелии гражданка, работавшая в администрации сельского поселения, задержана по подозрению в получении незаконного денежного вознаграждения. Мероприятие по задержанию провели сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Карелия во взаимодействии с Республиканским следственным комитетом и Главным управлением экономической безопасности МВД России. Следователем Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере. Следствием установлено, что 22 апреля этого года сотрудница администрации сельского поселения в Лахденповском районе получила 6 миллионов 800 тысяч рублей в виде взятки от предпринимателя за незаконное предоставление ему земельных участков в собственности и аренду. Но после получения взятки женщина попыталась выехать в город Санкт-Петербург, но была задержана, и из ее автомашины были изъяты 6 миллионов рублей. Оставшиеся 800 тысяч были изъяты из ее квартиры в ходе обыска. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 50. В настоящее время проверяется причастность противоправной деятельности иных лиц. Роль каждого будет установлена в ходе следствия. В рамках возбужденного уголовного дела проводятся обыски в поселковой администрации и в помещении ряда коммерческих организаций.